Да ты кто, блин? Да нет, я не верю. Вы всем салютик, с вами Павел Князич, и сегодня мы будем искать мошенников. Моя программа по борьбе с мошенниками помогает не попадаться на их уловки, проверять события, не подарив ни единого подарка, ну и, естественно, поржать. Это вообще наше любимое дело, и поэтому давайте-ка найдем наших пациентов и вылечим. А, ну, тут уже безвозвратно. А это вообще краев не видит. Честное клонирование. Не-не-не-не. Самое честное клонирование. Ядрить ты налево. А знаешь, я верю. Я верю. Если это честное клонирование, то ладно. Вот если обычное клонирование, то нет. А вот честное, так еще и самое. Это другое дело совсем. А ты что делаешь? А почему мы в ванной? О, май, меня девка в ванной ждет. Только тут это, ремонтик бы тебе не помешал, слушай. Прив. Я клонирую. Добрый день. Вы забыли кое-что добавить. В смысле? То, что ты честно клонируешь. Врет? Да. При помощи чего клонируешь? Мне тоже интересно, не поведаете? Приложение. Какого? Секрет не выдают такого. Военная тайна? Ну, думай так дальше. Я не думаю. Я вообще не думаю. Поэтому я здесь. Дала. Кому? Такое не клонируется. Слушай, а что вообще клонируется? То, что с акций. С Нового года, что ли? Так я пропил все. Ладно, давай клонировать. Но мне все же до чертиков интересно. Это приложение в Google Play? Секрет сказал уже. Я не спорю. Но тут не надо рыжуха одна читами баловалась. Вроде она тут из Google Play качала. Обмениваемся, нет? Да, сейчас. Жду. А мы что, через обмен? Нет, она сама сказала обмениваться. Я ей уже третий раз предлагаю. Я тебе дарить в одну дыру ничего не буду. Вот так подарок и пропадет в один конец. Да что с тобой не так? Что по баранке гну, я тебе предлагаю. Так тебе обмен или чего? Через подарки. А приложение что твое сделает? Клонирует. А куда оно? Через что? Это разрешение какое-то или отдельное приложение? И вообще оно законно? Если админы об этом не знают, то это взлом. Законно, законно. Не взлом. Выходит, это специально админское приложение. Еще один вопрос и выгон. Дорогуш, ядрить твою. Да все, выгон или кидай подарок, склонируй. Да, конечно, программу у нее. А как ты собиралась клонировать? А ты здесь откуда? Подожди. Ну, здравствуй. А тебе что? Тебе баньку истопить? Гнида споталась. И удалила. Сволота. Блин, еще одна. Когда вы все вымрете-то уже? Все знают какие-то нелепые программы. А это Стас. А где Стас? Он же обещал все для меня. Моря и океаны для меня. Под и меломаны для меня. И где Стас? Где мы ядрить ту налево? Стоп. Это что сейчас было? Так. Я не понял. Что за вылет? Ладно, похрен. Так, ладно, где еще наши программисты? Все какие-то приложения знают. Почему я до сих пор один ничего не знаю? Клонирую елки. А нахрена мне елки в конце января? Да ты что ж такое? То Стас Брутайлов нас кидает, то еще вот эта гнида куда-то смоталась. Где? Ты где? Ты в елках спряталась где-то или чего? О! Так, все. О! Ты где-то здесь, да? Где-то рядом. О, вот она! Меня нет, подожди, меня нет. Нет. Что ж такое? Это как? Я хотел в елочке спрятаться. Ну ладно. Придется проводить собеседование. Привет. А через что клонируют? Через поды. Ну руки не из задницы, только ноги, поэтому то, что через поды, это мы моем. А мне просто интересно, чего оно, как оно проходит? Ну, ты мне одну елку, а я тебе таких две. Ну вот две елки. Мне это ни о чем не говорит. Мне уже говорили, что какое-то приложение есть. А Михайлов, который Стас, врал безбожно и даже на событии не появился. Короче, я так понял, что у тебя никакого приложения. Нет.
Выходит так, я тебе даю в обмене одну елку, ты мне даешь такую же одну, потом через подарок ты мне даешь вторую елку. Вроде так безопаснее. Нет, ты мне подами. Ну ладно, допустим, что это твоя изначальная схема, но как насчет более честной? Я честный человек. Это я понял, а что насчет обмена? Нет, я не хочу, все нормальные люди клонируют подами. А кто они? Чтобы учить тебя, кто они? Чтобы лечить тебя, кто они? Ладно, это все таракан в голове. Давай через обмен, как я предложил, это ж честно. Ёлками обменяемся, а потом ты вторую мне кинешь через поды, чтоб лишнего гемора не было. Или ты выбираешь гемор? Блин. Иди в попу. И сама ушла. Это, наверное, она сама себе сказала. Ей, наверное, психолог посоветовал самовнушением заниматься. Ну, я тогда не понимаю, в чем вообще дело? Неужели настолько долбанутые? А! Ты... Стоп, ты кто? ты откуда? Ты... Я ж не могу показаться. Так, опять, подожди. Какой ты чувак? Стоп! Вот сейчас я его тоже видел. Или не видел. Ну, мне ж не могу просто так показаться, что тут кто-то здесь. Это что, у меня уже шизофрения какая-то, что ли, началась? Никого. Так. Никого. Тут точно никого, подожди. А, попался! Нет. Никого нет? Это как? А! Идите ее налево! У него девка на футболке, а такие футболки вообще есть? А, нет, подожди, у меня же вроде есть, да? А, вот, да, точно. Что-то какой-то чертило. У меня тут завелся. А! Сволота! Я даже ник не успеваю его посмотреть. А это кто? А как вообще посмотреть-то мой? Он что-то писал? Нет? Не туда. Так. Стоп. Это кто? Вроде нет. Это сообщение с прошлых событий. Нет, подожди. Так не было такого же. А он кто? Я ж его не видел. Вроде как... Нет. Я его вообще не помню. Откуда он взялся? Я был у одной девки. Пошел ко второй девке. Там ж никого не было, кроме девок. Там откуда пацан... А, слушай! А он может быть у этой... Подожди, она у меня в друзьях, да? Да, все, идем к ней домой. Сейчас проверим кое-что. А, вот тут елки были, а она спрятала меня. Так, стоп, честно, выгонит сейчас гнида. У него какие-то там черти уже собрались. Так, не выгонять, уже кого-то начали. Ты меня вообще помнишь? Помнит. Помнишь? Вы помните? Вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене. Да ладно, мать, ты чё, это Есенин. Практически на всех делах действует, и меня не выгнали, уже показатель. О май... А! Стоп! Ха! Ты как меня нашел? В смысле, взломщик? Ты откуда его знаешь? Не время паниковать! Опа. Я понимаю, конечно, все, мадемуазель, но у вас другие клиенты есть. Так, стоп! Мы с тобой позже разберемся. Я не понимаю, кто это? Куда? Подожди, а он специально так делает или чего? Я не понимаю. А как он меня нашел? Он же не знал, на каком я событии. Стоп. Он меня никуда не добавлял. А ты кто? Это кто? Это он откуда? Я не знаю, у меня сейчас нервный тик начнется. У меня давно крыша так не ехала. Что, кто это? Зачем со мной в такие игры играть? Я не понимаю. Так. Я хочу вернуться к нормальным мошенникам. Я не хочу никаких вот взломщиков, хреновщиков, читеров, хренитеров. Вот, дайте я, пожалуйста, проверю события. Вот, меня девка пыталась обмануть. А, нет, стоп. А у них тут что, конкурс какой-то, что ли? Не понимаю. Что-то все бегают туда-сюда, коврики какие-то. Так, а да, этого что было? Да, этого тоже меня... Ну ладно, я тут это, в стороночку встану. Для вежливости я все-таки джентльмен. У нас тут конкурс на клонирование или что? Я не хочу никого пугать, особенно во время такого веселья, но по дому бегает крыса. Ну, моей сестры тут нет. И это ты. Фу такой быть. Ну что, драться будем? Как хотите, я бы предупредил. Если что, вам кобзда. Типа лол? А-а-а! Да ну его нахрен, пусть там и живет. Где-нибудь там поселится, под шкафом, под кроватью, под душем, за плитой. Я не знаю, где эти черти обычно обитают. Да ты кто, блин?
Я знаю, все, попался, я знаю, где ты. Нет? Да ладно, нет, да ладно. Да я же знаю, что ты здесь. Блин, так, не. Все, хватит. Ну теперь попробуй зайди. Выйди, точнее. А! Так. Вот теперь тебя точно не должно нигде быть. Я квартиру закрыл. Так, его здесь нет, да? Опа! Не. Ну-ка. Опа! Не. За шкафом прячется гнида. Это баг какой-то, да? Нет. Прикинь, даже за шкафом нет. Я здесь стою. На что подумать уже? Я сейчас плакать буду просто. И биться в этих... В агонии. И конвульсиях. Я просто не знаю, что делать. Кто он? Откуда появился? Короче, у меня есть такое предположение. Я его мог найти вот у нее. Вот у нее я мог найти, когда там были елочки. Он мог спрятаться между елочками. Только он, ему надо было зайти до этого. Я бы его видел, но его не было. Потому что я тоже пытался спрятаться среди елок, но меня вышвырнуло оттуда, просто выкинуло. Я почему-то елкам не понравился. А они, наверное, его там приютили. Он у нее там, наверное, находился давно уже. И возможно, даже это никакой не читер и не взломщик. Он с ней знаком, и он был у нее в квартире. Потом зашел ко мне, начал у меня тут бегать. А потом, когда я обратно пошел к ней, он зашел к ней обратно в гости. Элементарно, Ватсон! Это все пугалка! Ядрить то и налево! Хотели, чтобы я обосрался, ну не. Старина князич еще не такой говны повидал. Да нет! Я не верю! Нет, стой! Как? Стой! Да, не может быть, чтобы все вот в один раз навалилось! Как слонове помет на голову! Как? Стой! Подожди! Нет, это что было? Нет, блин, нет, не, да не может быть. Так, ладно, хорошо. Возможно, это было совпадение, ну я хрен его знает. Так, стоп. Блин, я даже не знаю, слушай, напиши в комментариях, как думаешь, кто это был? Взломщик, читер или просто чувак решил прикольнуться? А вот эта вот ошибка, и еще вот до этого какая-то хрень была, это просто совпадение. Просто какие-то неполадки, возможно, из-за того, что я с компьютера играю в мобильную аватарию. И поэтому такие проблемы возникают. Вот как думаешь? Ну а чтобы тебя не взломали, подписывайся на мой канал. Нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князича во ВКонтакте тоже подписывайся, ссылка в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им у себя на странице и не забудь оставить свой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос.